желтый мигающий сигнал светофора. По вызову куда-то летит скорая, примерно пол шестого, а может где-то пол четвертого. Или не едет скорая, пускай все будет ровно. Деревня, город, жара, холод, серп или молот, жажда и голод, круговорот. Народ всегда готовый найти повод, включить голову и сделать все с точностью да наоборот. А время идет, как ни прискорбно, еще один минус один. Время не ждет, оно держит, потом резко отпускает. Оно сжигает, сука, это время жжет. Очередной спутник запущен на орбиту, голова пробита, главное не подавать вида. Олимпийские игры среди инвалидов или пояс шахида. Запасы пресной воды, меченые банкноты, плоды твоей работы, превосходные ноты. Не выучил ноты, идиоты, ходы были просты. Тот, кто сочиняет кроссворды, может оказаться тупым. По тротуару строилась кровь темным ручьем. Старенький ягуар, дальний свет фар включен. Они стояли вдвоем, он поплевал через левое плечо. Ну чё, давай начнем. Обошли тело с двух сторон, взяли за руки и за ноги, с трудом запихали в салон. Канистры, огонь, а ничего и не было. По документам автомобиль угнали еще днем. Дорогая, тебе тосты с беконом или хлопья с молоком. А может и то, и другое, а сейчас или потом. А кто, блять, понял, ну и похуй, сука, значит пожрешь потом. Я абсолютно спокоен, сакура, Япония. Рассвет, туман, красная пагода на склоне. Упс, упал Боинг, было 300 пассажиров, осталось ноль. Им было больно, о чем я, по чьей воле. Но ведь не со мной, да и ладно. Япония, сакура, пагода. Погода не очень, в принципе, как и всегда. Нам то жарко, то мы жалуемся на холода. Беспорядки в Тунисе, а молоко походу скисло. Ну и хуй с ним, с Тунисом. Мы просто делаем звук, как и тогда. СПБ МСК, СПБ МСК. МО. Робко шептали, Паскаль слишком много видел. Испытывали шоком, током, думали лидер. Слишком увлечен был рецептами мозга. Таким и слыл в доме нелегких подростков. В Африке минус 40, надеюсь, ты слышал. Вылетел в окна и упал вверх за крыши. Нам продают притяжение за деньги. Висят на ушах простаков и похожи на серьги. Умоются алым, даже не снимая бриллиантов. Они вернутся, просто сверяются с картой. Сказал и отвернулся к стене, цифры на рукаве. В каменном кубике 5 чувства извне. Доктор, чую за милю надломовых душах. Что же вы внедрили в их память, что их так душит? Мне кажется, эксперимент зашел далеко. Просто не думай, так тебе будет легко. Не повернуть назад и не поменять местами. Есть такое, что никак не объяснить словами. Двое пропали, вчера завелись и угнали. Еще один просто исчез где-то в камерном зале. Нет, мы не искали и даже не стали. Все равно все встретятся в финале над небесами. Желающих много, лежат даже в коридорах. Хроника тех берегов проникает в приборы. Движение X, новая ступень. Реакция клеток на звук, неуловимая тень. Сквозь время проникая за самый предел. Сквозь материю, тихо не срываясь с петель. Бестия играет на порванных нервах соло. Голая и мокрая, как водное поло. Нам чудом удалось найти другую дорогу. Фигурки из фольги и так отошли понемногу. Голуби едят прямо из рук. И в их глазах вижу себя в своих огонь, что не потух. 4:30, стрелки не спеша идут, проходит еще один круг. Знакомый маршрут, так пусть настроят на правильную волну. Мы продолжаем, мы делаем звук. Ты слышишь, хочешь полунамеков, убрать капли со лба. После кошмара, убить себя током. Главный доктор отключит приборы, когда придет время и реальное изменит формы. Думаю, они хотели усовершенствовать человеческую природу. Суть в том, что чувства сами по себе – это неосмысленные реакции организма. Именно они зачастую не позволяют подняться нам на новую ступень развития. Что это за ступень? Люди нового типа. В основу жизни они положат единственный верный принцип – целесообразность.
том числе и в сфере своих чувств.